Варим клейстер. Будем обои клеить. Здесь 2 килограмма муки. Ну, 1 к 3. Если, допустим, 1 кружка муки, то 3 кружки воды. Сначала немного размешиваем, всю воду добавляем. Понемножку, чтобы комочков не было. А потом ставим на огонь и добавляем уже остаток воды. И до закипения, постоянно помешиваем. А я уже поела. Будем в эти кухни ставить. Где? Клейстер уж там точно можно сварить. Она неявна. Вот запах, да, здесь. Здесь капитально убираться надо. Не просто, как даже у нас в доме. Вот сюда, вот сюда. Прям браться и ромашка была сразу. Да. О, дышать, да, даже прям невозможно. А плитка неплохая, если почистить хорошо, да? Чистить. Да, Крис, как думаешь? Она неплохая. Здесь все нужно будет убирать. Вот это все. Главное, чтобы было без камешков. Взбивали миксером. И окна здесь у нас. Ни форточек, ничего нет. Ты вытяжка, мне кажется, вообще нафиг не нужна. Мешает, да? Она уже не фурычит, она уже вся жиром забита. Видишь? Ну-ка. От нее уже толку никакого. Сколько минут варить? Криво немножко стоит. С закипением. Пока не закипит, и желательно помешать, потому что... Ну, я не профессионал, сейчас подумаю, что я каждый день его варю в интернете, вычитаю. Сейчас надо еще воды добавить. Рушан, глянь, абрикосы падают. Все уже. Воды не хватает, но его надо начинать собирать потихоньку. Но он зеленый. Доспеет? А? Да. Он дозреет. Если его собрать... в ведре в тень поставить, он дозреет. Угу. Сейчас покажу. Все убрали. Все чисто. Аккуратненько. И теперь прям видно наш огород. Конечно, заросший еще. Ты там мои грядочки не повредишь? Нет, мои грядочки поливать надо, у тебя помидоры легли. Ну все, сейчас уже пойду поливать. Так что вот так вот, сколько мусора. А вот эти вот не пойдут нам костер разжигать? А? Ветки эти не пойдут для костра? Ну, это, вообще это все сжигать. Нет, чтоб кушать готовить на костре, нет? Ну ладно тогда. Начинаем клеить обои. Начнем с этой маленькой комнатки. Она совсем малюсенькая. Вот такая вот. Комната. Размер я точно не знаю комнаты. Надо Рушана спрашивать, Рушан его не знает. А вот здесь, Крис, дыры какие. Нож ищешь? Смотри, дыры какие. Ладно, я же не замазываю. Давай покажем обои, может кто не видел наши обои, может кто новенький. Может приклеим, может покажем. Вот обычные семечки. Угу. Брали по 100 рублей. 120, да? Нет, по 100, ровно по 100. Я заказываю по 100? Да, по 100 рублей. Одинаково. Одинаковые будут. Ну да, везде будут одинаковые у нас. Что там? Проблемка что ли? Я просто не знаю, как снимается. Розетку сняли. Здесь в каждой комнате по одной розетке. Особенно на кухне это очень неудобно, Рушан. Нет, на кухне две. А, да?
А возле холодильника, да, по-моему, одна. Есть там, да? Одна. Там есть. А тянули откуда? Одна. А, тоже, да, одна. А, нет, вот, три. Три. Три, да. Он такой, что если его сниму, у вас только провода останутся. Поэтому придется как-то вырезать. И если провода останутся, потом ты его обратно собрать не сможешь? Мы не сможем вырезать. Вы вырезать не сможете, потому что... И вот так поднесите и на ручной. Раз, два, три, приклеивать и все. Просто это не те выключатели, которые крышки снимаются. И что, провода то, что будут торчать, ты потом не сможешь собрать обратно? Нам коробку. Вы без света как будете клеить? Обыкновенно. Больше времени тянем сейчас. Да не будет света, сказала Рушан. Точно здесь ничего не убьет. Рушан нас точно здесь не убьет? А? Кто скажет, что прям на бой у того безвкусица? Все? Не скажет она кем-то. Это же не хорошо, по-моему. Все? Делаю лучше небольшой напуск. Сразу рисовал, да, какая? Вообще нифига нет. Давай, ты полотенце возьмем. Давай. Мы не спортим, да? Не, постираем потом. Ну что делать? Нет, ничего. Нифига. Через заезд ты подаешь? Да. На одну мою. Не забудь у нас опускать. У нас чуть-чуть на хвост, на косяк. Можешь, пожалуйста, подальше, сразу подрезала. Спасибо.
Чуть повело, видишь? Здесь это... у потолка кривого. Это стенка, да, это стены такие. Угу. Ну ничего страшного. Почему увиливаешь от работы? Ребенка надо подкормить. Держи. Спасибо. Да чистый стаканчик этот, Крис. Он фиг знает. Ну ладно. С пенкой. Держи. Мне можно в маленький. Я тебе уже налила. Да, здесь просто молочко, бананчик. Можно причавкнуть. И ванилин. Причавкни. Ребенка лучше направь, не на меня. Вкусный? Банана, да, одного еще не хватает? Нет, да? Нормально, все сладко. Вкусный обмена? И ванилин добавила? Угу. Ты книгу какого класса читаешь? Третьего? Угу. Ты же во второй заходишь. Угу. Немножко отдохнул, будем опять работать. Очень много. Чего много? Тебе? Работает? Сусанне, лучше себя покажи нам, свои усы. А ты ручки не мыла, да, когда зашла домой? Я с ней вообще самая чистая. Коза, Альбина, а здесь что у нас? Тряпка в клею, что ли? Клестили. Ребенок читает. А кто ел эти? Эти это что? Это Рушан, наверное. Ладно, все, читай, солнышко. Ну, уже не показывай. Да, все нормально, у кого не бывает. У всех, мне кажется, с батареями да с углами проблема. Сверху заправим и все, и будет аккуратно. Сейчас покажу, как со стороны это сложится, но, конечно, они еще мокрые. Так вот.
чё, он как тебе? Более-менее? Или ожидал что-то круче со стразами? Да нет. Да и так серьезно. На первое время, думаю, пойдет. А там, когда гипсок зашьем, там посмотрим, может быть. Ошпакуем просто и покрасим. Угу. Нравится стены, когда шпаклеванные боится покрашены? Да. Больше могу или обои? Да, больше нравится. Под покраску? Да. Просто сделано такое ощущение, как вот здесь морозовый под 40. Ага. А температура будет зимой регулироваться? Или будет под одну температуру здесь греть? Поменьше, допустим, можно сделать, чтобы трубы грели? Mm-hmm. Есть такой, да? Сможешь мне кисточку вымочить маленькую? Потянулся еще один помощник. С середины, да, начинаем? Ну ладно. Вот реально тяжело. Че тяжело? Клеить, я думала, так быстро будет. Потому что бумажные. Да. Ну ничего, для себя, да? Дождя нет на улице? Нет. Все хорошо, прохладно, слушай. Я даже не стала убирать. А здесь даже окна не откроешь. Да. Сегодня мы с девчонками здесь это зажаримся. Скинь на улице. Угу. Поверь, жарится, чем у нас под утром в машине, у вас точно не будет. У нас там прям баня. Я вот лежу и думаю. Сейчас вот открою глаза и вижу баню. Там реально баня. Я вздыхаю. Края хорошо, девочка. Второй рулон. А? Второй рулон. Последний лист. А у нас сколько рулонов? 12. Я же говорила, 15 надо. Где мы теперь? С одного рулона 3 полоски идет. 3,5 полоски. И какие? И где мы? Маленькую комнату из кусков собираем. А что делать по-другому, никак? Может быть, потом это, вот это вот, в конце месяца в кухню поедем, купим какие-то другие обои. Вот это? Интереснее, поярче? Ну, чем, да, либо поярче, либо чуть-чуть потемнее, все-таки это кухня. И, может быть, что-то подороже, более моющее. Ну, посмотрим, если не хватит. Да. Мы же все равно начнем с маленькой, пойдем. Потом уже посмотрим. Можно Алина тебе помочь? Вот здесь, с этой стороны. А? Да, можно. Ладно, спасибо. Я буду нормально. Кстати, кисточка беспонтовая. Ну да. Вот это? Вон та большая. Да? Да. Не особо удобно. Или тебе удобно? Нет, мне удобно. Пошел третий рулон. А мы вообще ничего нет. Вот просто вот эта маленькая стеночка и уже два рулона нет. Да, потому что в одном рулоне 3,5 полоски. Вот раз, два, три, раз, два, три с половиной полоски. Угу. Интересно, почему? Так что тащу идем, а я еще тащу еще один рулон. Спать хочется. У нас у меня закрыто. Еще покрасить, конечно. Аминь.
вообще у нас у всех не всегда получается, так как нужно. Да, должно быть. Еще вот так можно. Все, Альбиночка, отойди. Лежит солнышко, вот она. Угу. Мой нет. Нет. Почему? Да фонарика. Нельзя, нельзя. Рушан. А у тебя где этот фонарик? Ну мы сейчас от Билочка. Видишь, Даник? Мы не можем бросить и ходить и фонарик искать. Так, тут его. Сейчас зальемся. Да нет, быстро. А трудно? Нет. Ох,
еще и батареи тебе будут мешать. А вот здесь вот, а вот тоже смотри, крепежи стоят. Тоже будет тяжко вот сюда заводить. Ты, Рушан, на потолок прям сильно делаешь, видишь это? У тебя прям на потолок ложатся, у нас же нету плинтусов. И будет красиво. Набор? Жарко? Пошли немножко подышим свежим воздухом. Сейчас, чтобы этим заниматься, это примерно по зиме.
улицу или в какой-то сарай или в сумке куда-то убрать. Да. И здесь уже, да, знаешь, что вы сможете поспать в машине где-то, да, в больнице. Так, разнеси же хату. Вы не поверите, какая у нас здесь баня. У меня аж сердечко уже ходит. Хорошо, что мы живем в частном доме, скажи, с нашими-то детьми. А то сейчас уже соседи жалуются. Стычок, пожалуйста, подставляй. Подожди, слышу. Кого подставлять? Стык, стык. Стул? Стык. Ну что, все, комната готова. Готова только побелен потолок. Обои? И обои, да, поклеили. И плинтусы остались здесь. А? И плинтусы остались. Нет, поверь, не только плинтусы остались здесь. Там еще батареи здесь надо покрасить. Вот эти вот, кто-то здесь шпаклевал, тоже надо покрасить. Понимаешь? Короче, честно сказать, не советуешь покупать такие обои? Нет. Бумажные. Мы думали, будет легче. Мы вообще время сейчас 12 час. Мы рассчитывали до этого времени сделать две комнаты. Эту и вот эту вот большую. Мы только за это время сделали одну комнату. Ну, конечно, передышки были, мы ходили кушать. Но все равно настолько тяжело, мы не думали, что будет, правильно? Конечно, вот где потолок, у нас такие небольшие косяки здесь. Да, здесь видно косяки. Косяк на косяке. Ну, стены кривые. Ничего без этого. Нормально. Завтра видно будет. Если придем, будет на полу лежать, будет хана. Значит, клей стрёмно. Все заклеили там. Все завтра высохнет. Они станут посветлее. Где это включать надо сделать? А зачем он нужен? Завтра сделать? Свет выключить как? Серьезно. Это так же, как у нас, помнишь? Лампочку выкрутить. Да, это помнишь, когда у нас свет выключили? Я поставила утюг и начала гладить. Психовала. Чего он не греет? Говорю, утюг сломался. Да. В том, да? Ага. А может, Рушан, сперва свет выключишь, потом вылежишь? Опасно. Опасно, конечно. Рушан, давай ты выключишь свет. Солнце. А у меня здесь фонарик есть, я тебе подсвечу. А ты что, еще Рушан нужен? Он мне всегда нужен был и будет. Ну, еще не сюда приняли, да? Весь царапал сюда, обед сюда. Весь царапал. Что за дурдом на кухне творится? Вы чего тут творите? Такие крики. Пальцы прищемило, Рушан. Не ходи туда, не ходи. Иди сюда, покажи, какой ты мокрый. Я покажу. Ты весь блестишь. Какая баня здесь у нас. А как ты отключил это? А, Руша? А как ты отключил здесь? И так можно, что ли? Прикольно. Ну все, поздравьте нас. Обои поклеены. Хоть и в одной комнатке, но уже... Ну реально, да, комната маленькая. Тяжело было клеить. Я тоже не ожидала, что все будет. Уже уставший, да, здесь? Ну да, мы же где-то и в огороде, где-то везде все вот это ходили, что-то делали, подустали, что-то жара, и начали это клеить. Обои, конечно. Не знаю, с чем это связано. Но мне кажется, связано это с обоями. Тяжело их клеить. Да, и на комнату. Все, клейстер закончился. Видала, сколько клейстера ушло? На одну комнату.
Это на эту большую нужно будет две такие кастрюли варить вместе. Вот так. Ну она большая. Длина такая же, просто она вот чуть пошире. О, как бы. Длина такая же. А просто вот дверь. Видишь? Угу. Сколько рулонов ушло в Ашане? Ох, я не помню. А сколько рулонов в Ашане? Помнишь, что здесь ушло? Шесть. Шесть, да? Наверное, что это 7 лет. Вот зеленый кусочек. Угу. Осенний. Как? А, мы же тут будем. Ну все, всем спасибо. Не пропускайте нашу рекламу. А за что им спасибо? За то, что смотрит вас, поддерживает. Смотри, у нас Рушан, на окне можно рисовать. Реально. Рисует. Угу. Все? Шатается.